прошедшем поединке, как это было, ваше ощущение сейчас, что было особенно тяжело? Ощущение самое лучшее, спасибо Юрсу. Показали отличный бой. Чуть еще после боя не понимаю. Понимаю только, что у меня что-то губа подразбита. А так, в принципе, все нормально. И глаз поднабит. А так радость победы забрал. Ну а как проходила подготовка? Что, на что делали упор? На спарринг? На выдержку? Делал упор больше на выносливость. Спасибо Артему Чернову, Алихану Баскаеву, Кисловодск, привет. Огромный передаю. Спасибо парням. Это генерал. Кто сегодня здесь вас приехал поддержать? Пришел поддержать мой тренер-менеджер Никита Бурчак и Алексей Гоненко. Им тоже огромное спасибо. И плюс болельщиков много было, чувствовалась поддержка со старого Оскола. Всем спасибо. Ну а как оцениваете подготовку вашего соперника? Наравне или чувствовали, что выиграете? Нет, до последнего не понимал, кто выиграл. Чувствовал, что казалось, чуть-чуть победу я подвырвал. Но не понимал до конца, ждал до последнего, пока объявят последнего судью. Спасибо Юрцу еще раз. Твой соперник достаточно плотно попадал. Вот самое его жесткое попадание в этом поединке какое было? Слушай, во время боя ничего не чувствовал. Вообще ничего, потому что со стороны смотрелось прям, ну, что были чуть ли не опасные ситуации, так сказать. Нет, сейчас чувствую, что губа подразбита, глаз, чувствую, начинает глухать. Во время боя ничего не чувствую. Когда у тебя в последний раз был такой жесткий бой где-либо? Сколько лет назад? Не знаю. За последние 5 лет самый жесткий бой. Точно. Иван, а вот Юрий не понимает до конца, был ли тычок в глаз или настолько сильный Юра удар. Юра понимает до конца. Это был тычок? Тычок, это либо удар, но четко в глаз. Но это не нокдаун. А, ну блин, естественно, это не нокдаун. А вы согласны с тем, что вы говорят, что там нокдаун? Это и не тычок, может быть. А я думал, это не нокдаун, он читал. Я думал, если честно, я попал ему, а он своим пальцем себе в глаз попал. Ну то, что это был нокдаун, нет, это не был нокдаун. А что вы можете сказать людям, которые не согласны с судейским решением? Это их личное мнение. Вы сами все видели. Кто-то всем не угодит. Кто-то скажет, я выиграл, кто-то скажет, Юрец. Я не буду спорить ни с кем. Я хочу Юрцу спасибо огромное сказать. Серьезная позиция, он выстрелил. В следующем бою, дай бог, будет все лучше. Нет, он не принимал участие в подготовке, а Федор не было никаких наставлений. Александр звонил, пожелал удачи буквально 2 дня назад. Как думаешь, этот бой бы понравился бы братьям твоим? Не знаю, это у них было спросить. Мне кажется, нет. Что ты говоришь? Мне кажется, нет. А почему нет? Яркий же поединок. Или в смысле, что здесь? Ну, глядя на их уровень. Не их уровень. Грубо говоря, когда я выполнил норматив мастера спорта, по боевому самбо, в 19 лет, пришел с радостью, Саня сказал. Саня мне сказал, ну, молодец, что тебе сказать. Такая реакция была. И на боях подобного масштаба, мне кажется, сильной такой какой-то реакции у них не будет. В общем, требовательные братья, одним словом. Да, да. Сейчас. Слушай, Александр же тогда извинился перед Федором на видео, а как ты думаешь, Федор эти извинения, он их принял или нет? Я надеюсь, что принял. Но информации нет, возможно, на это что-то. Это что, не туда вы лезете? Вам зачем это? Это их личное дело. Они сами разберутся. Давайте уже оставим их в покое.